У меня были ролики, но мне надоело на них ездить. И я себе решил купить скейт. Я себе купил скейт. И он такой качественный, тут с пупырышками, как ногами скользила. И он состоит из двух половинок. А я не ведаю, чему. И он плохо закреплен, он крутится, и они тут винтик не укрутили, ти что. И он еще сгибается, это же явный брак. И у скейта уже четыре колесики, а это только два. Одно здесь и одно здесь. И они не закреплены и крутятся. Это, я не знаю, некачественно сделали или такая техническая недоработка. И как на такой штуке можно ездить вообще? Ты же свалишься сразу и убьешься. И я сначала думал, что не буду ездить, а потом подумал, может так и но и треба. И я попробовал, и сначала было тяжко, а потом не стерпелося.